Удивительно, как членам династии Виндзоров удается попадать в столь неловкие ситуации. Неряшливый вид герцогов и герцогинь иногда попадает на кадры, сделанные папарацци. Обычно женщины тщательно следят за опрятностью своих супругов. Но, видимо, это уже не королевское дело. А возможно, причина как раз в простом происхождении спутниц аристократов. В прошлом году Меган Маркл вышла в свет с ценником на платье, также она позволила себе глубокое декольте, показав нижнее белье. Ее же супруг принц Гарри и вовсе был замечен в дырявом ботинке. Видимо, теперь на модные эксперименты решился уже его брат, принц Уильям. На экономическом форуме принц Уильям должен был взять интервью у телеведущего и натуралиста Дэвида Аттенбора. Тема обсуждения была серьезная экологическая ситуация на планете. Но задавая вопросы, герцог Кембриджский так активно размахивал ногой, что все заметили огромную дыру на подошве ботинка. Проблемы экологии тут же отошли на второй план. Зрители завороженно разглядывали обувь наследника британского престола. У них с Гарри одна обувь на двоих. Кажется, ему нужны новые ботинки, у него что, дыра в подошве? В недоумении пользователи сети. Поклонники предполагают, что у бедных принцев просто не остается средств, все самые дорогие и изысканные наряды достаются их супругам. Сапожники же уверяют, что с такой обувью, как у принцев, конфузов не избежать, ведь ботинки сделаны из натуральной кожи, а подошва у них очень тонкая. Жены принцев, Кейт Миддлтон и Меган Маркл обычно чаще следят за своими образами, чем внешним видом их мужей. Представительницы королевской семьи умело сочетают наряды известных марок класса люкс и вещи из масс-маркета.